девочки и мальчики, привет всем. Я нахожусь в Пабликсе. Очень-очень много народу, но я хочу вам сказать просто предисловие. Сегодня я приехал в Пабликс для того, чтобы, естественно, купить продукты. Продукты показывать не буду. Просто расскажу, что происходит сейчас, да. Я сегодня пятница и завтра суббота. Суббота. И я пригласила своих подружек и с мужьями на ужин. Просто решила, что мы очень редко встречаемся, и поэтому просто решила пригласить всех на ужин. И все принесут там, наверное, по какому-то блюду, и мы будем просто ужинать и вместе общаться. Но сейчас видео, в принципе, не о том. Я приехала в Пабликс и кое-что хочу показать вам в Пабликсе. Не буду показать, какие продукты я буду покупать и все такое. Но я обнаружила здесь одно чудо, которое я хочу вам сейчас, которым хочу с вами поделиться. Возможно, многие из вас видели это чудо. Возможно. Но я видела первый раз. Поэтому я решила, что вам тоже это будет интересно. Потом покажу Винсенту. И дома уже покажу. Посмотрим на Винсента реакцию, но сначала мы посмотрим на вашу реакцию, что скажете вы. Господи, все вокруг да около, вы скажете, господи, чего хоть она такое нам показывает, чего хоть она придумала-то. Боже мой, девочки и мальчики, я думаю, что это интересно. Давайте посмотрим. Я нахожусь в винном отделе, и вот здесь вот у нас говорящие бутылки, посмотрите. He's an Irishman. I was bound to join in a combination, which was banded together for the good of Ireland. Это not for assassination and plunder. Давайте к следующей перенесемся. And the cause. Смотрите. They called me the informer. Я в шоке, я просто в шоке. Forgive me for caring more about myself and the cause. Me brothers and I are members of the 10th Royal Hussars Cavalry, the Prince of Wales' own. Our motto was... Ну, один-то из них заговори, пожалуйста, кто-нибудь, один-то из вас. Easter Monday, 1876, we made break for the ship Catalpa. We nearly sunk getting to her, but after two days... Ну, например, вот это, если бутылка, что-то мне уже интересно стало. Что, все бутылки здесь говорят, что ли? Ого. Salutations, my dear friend! Welcome to the new world of augmented reality! Well, it's not an entirely new world. The basic laws of physics still apply, as do actual laws. No theft, no car. Просто в шоке. Ну-ка пойду сейчас вот здесь. Здесь тоже какие-то бутылки. О, Walking Dead. У меня Винсент очень любит Walking Dead. Если она заговорит, то я ему обязательно куплю. Ой. Обалдеть. Am I glad to see you? They're coming fast. This could get real ugly, real quick. No guns. We can't draw more attention. Так, это что с мордой? As a soldier, I fought for country. As a rebel, I fought for cause. As a man, I fought for freedom. My name is James Wilson. Надо же. And I... They called me the informer. Well, forgive me for caring more about myself than the cause. Ну вот я не знаю, понравилось вам это чудо или нет, но вот эту бутылку я специально куплю для Винсента и покажу дома, посмотрим его реакцию. Walking Dead, зомби, он очень любит зомби, смотрит все время этот фильм. Ой, я сегодня не причесана, но брови у меня есть уже навсегда. Девочки и мальчики, смотрим реакцию Винсента, все. Пошла покупать продукты и покупаю эту бутылку. Все, пойдемте. Девочки и мальчики, ну что, я пришла из Пабликса, и я, что я сделала? Я принес, я вот такую бутылочку купила. Винсент, I'm gonna show you something. What you buy? You're not gonna believe. Он говорит, зачем ты купила вино с этими, What is that? You know, zombie wine? Yeah, it's your favorite. Zombie wine? Yeah, zombie wine. Let me see it. Okay, I'm gonna show you some trick what? Here. Trick? It's The Walking Dead. Yeah, it's what you like, right? You like that Walking Dead. Oh, yeah, I used to watch it all the time. Not anymore. So let me, I'm gonna show you something. What? Here. If I, because I was really, really surprised in the. Okay. You have to look through the through my phone. Okay, baby, look at this. Yeah. Look. Oh wow. Oh, so cool. Am I glad to see you? They're coming fast. Yeah. This could get real ugly,
real quick. All the bottles. No there, guns. Like, you can't draw more attention. Oh, look, it's got a zombie. Yeah. Oh, he's killing it. I'm gonna show you how what's recorded in public. Oh, look, he's splat. Can you imagine? Well, let me see the rest of it. Oh, that's so cool. Look. Okay, it's pretty obvious what we're doing here, people. If it's dead, crazy. Kill it. That is... Isn't it? That is really cool. Isn't it? That is really cool. What do you cool. think? Like, at home, you got like your little TV. Like, yeah, TV I know, I know. Bottle. How does that work? I tell you... Is this real? In the Publix, that was all bottles with the guys and the old guys talking. I will show you. It's crazy. Is this real bottle? Yes. It's not like TV bottle. No, like it's really TV cool. It? You want to see it one more time? Yeah, how does that work? Look at that. Look. This is our table. This is my finger. Yeah. Look at that. That's crazy. Look. Am I glad to see you? Oh, yeah. They're coming fast. This could get real ugly real quick. No guns. Isn't that cool? We can't draw more attention. Stop. Look at the zombie. So what do you think? That's really amazing. I thought it was like a camera or something inside the bottle. But did you like that guy to show you just yeah, now? Yeah, that's really cool too. Yeah, it's actually 19 crimes, and I understand there's 19 bottles have to be, but it's only 4 there. That's crazy. That is really, really crazy. Whoever made that is amazing. Yeah. That's really cool. Yeah. Короче говоря, девочки и мальчики, рассказываю вам маленькую-маленькую тайну, премудрость, ну или... Я не знаю, как вы хотите назвать. Называется этот application Living Wine Labels, как вы видите сейчас на экране. Его вы скачиваете. И если вы находите вот этих фирм бутылки, то они начнут у вас говорить. На самом деле это будет интересно. Вот завтра у меня гости придут, и я обязательно им покажу. Девушки-то, может, увидят уже у меня на видео, а мужчины-то они не увидят. И я вот очень хочу показать, как мужчины отреагируют на эти чудеса. Винсент вообще просто был в шоке. Поэтому вот можете сделать так же. Сейчас покажу вам, какие фирмы вин будут, в общем-то. Вот смотрите, вот у меня этот телефон, я нажимаю на этот лейбл. И, пожалуйста, вот фирмы, вин, которые вы можете смотреть. Здесь на экране я показываю вам прямо с телефона. И начинаем, значит, сканировать бутылку. Сейчас я принесу бутылку, и мы с вами начнем это делать еще раз. Мне просто вот на самом деле интересно. Пока я здесь, вот знаете, пальчиками, как говорится, тыкаю, рассматриваю, что и куда еще раз, чтобы показать вам. Поэтому сейчас, в данный момент, я тут... смотрю, как что получается. И надеюсь, что будет все это записываться, потому что я еще новую фишку сейчас тут открыла, что можно записывать. А вот смотрите, видите, этот language русского нет, к сожалению. Открыла фишку, что можно записывать еще и с экрана телефона и, в принципе, показывать все наглядно, что мне очень понравилось. И я решила с вами поделиться этим. Ну, сейчас принесу бутылку и начнем. Am I glad to see you? They're coming fast. This could get real ugly, real quick. No guns. We can't draw more attention. Okay, it's pretty obvious what we're doing here, people. Даже можно смотреть. If it's dead, со стороны. Kill it. Это вообще... В стороны комнаты можно смотреть, не просто мультик. Вот так вот, надеюсь, может быть, у вас там что-то есть, и видите, повторяется опять да, заново. Am I glad to see you? They're coming fast. This could get... Всё?